Всем привет, дорогие друзья! Всем добрый вечер, любители Point Blank, в эфире студии Arena for Game, и мы продолжаем наблюдать за боевым дивизионом. Сегодня, возможно, если не будет у нас больших задержек, мы с вами уже увидим гранд-финал как раз-таки боевого дивизиона и сможем определить топ-1. Боевой дивизион на сегодняшний вечер для вас прокомментирует дуэт комментаторов Герман Громов, Максим Чеев-Терентьев. Герман, дружище, привет! Твои ставки на этот матч? Привет, дорогие друзья, привет, Максим. Ну что же, ну выбрать на самом деле победителя будет очень нелегко, тем более, что команды вот дошли вот до стадии плей-офф, уже до самой решающей стадии, когда осталось лишь там 4 коллектива. И как решить, не знаю. Я поставлю здесь, наверное, все-таки 2-1 в пользу команды, наверное, Dark Horse. Не знаю почему, но все-таки 2-1 за Dark Horse. Минум будем смотреть, будем наблюдать и будем сопереживать командам. Карта убежища у нас первый, ну и посмотрим, как будут обстоять дела здесь у ребят из команды Dark Horse, у команды Powerful. Ну и составы, в принципе, немножко потерпели изменения вчерашним днем по сравнению. Ну и вот одна энтрифраг есть от Киллана. Под Аплантом, Сяп, Тушкан и Роуз также по-прежнему закрывают эту позицию. Ну и у Хидекс Года будут сейчас тоже небольшие неприятности. Вот Тушкан тоже находит размен. Но самое главное то, что разменялись моментально, но тем временем мы наблюдаем как раз-таки смещение в район Б плейнта. Здесь уже Честер готовится заходить. И от Тушкана также смещение через пески. Я думаю, должен будет сейчас давать информацию по своему оппоненту. Да, там уже засветился Честер. Попытался внести немного урона Тушкан, но тем не менее пока что не удается. Сайленс еще пытается откинуть хаешки, но далее в бомбсайте здесь же его будут принимать. В упоре Хидекс Год, ну и там же смещение у нас имеется на позиции X. А, Честера был минус все-таки по Роллсу, смещение на мидл. Сяп пытался выжить, но там уже Неймен Лос ликвидирует своего соперника моментально. Смещение от Тушкана через пески. Ай-яй-яй. Да, ну а здесь Элайджа его подождал, но вот размен Тушкана есть, даблкил от этого парня, ну там со спины к нему должен будет приходить в любом случае до Silence. И Тушкан здесь в любом случае, как мне кажется, не уйдет живым. Да, там и Неймен Лос его прифейрит уже с БТР, поэтому первый раунд за командой Powerful, и причем довольно уверенный раунд, через длину разыграли хорошо, там с плитом и на миду был один игрок, поэтому здесь без проблем. Ну, как мне кажется, немножко вот попассивнее надо стоять, или просто пойти даблой, триплой, просто выжать длину и найти для себя там энтри фраг, а потом уже сесть в закрытую дефенсу. Ну, посмотрим, Элайджа у нас под коннектором, здесь Роуз у него в упоре, но Роуз, по-моему, положил сишки здесь, да, есть сишки, и у Роуза будут неприятности, если он не успеет взорвать C5. Да, Сайленс находит энтри фраг. Но опять же, в очередной раз команда Powerful начинает в большинстве. Но у Роуза там уже более чем дефолтная позиционка. Он в прошлый раз тоже принимал с этой позиции, но тем не менее его прочекали, закрыли моментально. Поехали смотреть за продолжением. Опять же, игроки команды Powerful, они играют крайне неопределенно. Очень сложно обороне сейчас предугадать, как будет действовать их соперник. Они сначала пытаются засветиться в районе Аплинта, пытаются дать отстрел с ланга, напрячь коннектор, потом смещение на мидл. Ну и в соответствии, возможно, иногда выходят на пик Б-плейнта. Киллан все-таки принимает решение сыграть на коннектор. C5 Роусу не помогают. Остается 40 хп у Киллана. Был минус, размен от Хидекс Год. Смещение также есть на коннектор. Но вот хелпа коннектору должна была прийти с ланга. Но Неймен Лос подключается к перестрелке. Есть размен. Сяп живет еще до последнего. Но 19 хп. И здесь одна тычка по этому парню. И сразу же отправится отдыхать. Хаешка хорошая. Выходит на Сайленса. Есть дома. Хидекс Год один. Так, ну здесь Насишка попытается как-то взять Хидекс Год, хотя он ее даже близко до коннектора не докинул, но Неймен Лос довольно спокойно проходит в плент. Ну, посмотрим, Неймен Лос поставит бомбу в любом случае, ну а The Silence будет байтить до победного. Ну, здесь просто в два ствола Неймен Лосу и Сайленсу надо играть и ни в коем случае не допускать ошибок. Хорошую, ай-яй-яй, это дымовая. Если бы граната была, то товарищ Сайленс погиб бы, а Неймен Лоса там бы оставался один в один. Ну, 2-0, пока что Powerful начинает уверенно. Молодцы, молодцы, хороший старт. Также, дорогие друзья, напоминаем то, что сегодня у нас работают ключи. Сегодня есть также ставки. На ставках сегодня Герман Громов. Так что будете писать по поводу призов именно ему. Ну и тем временем у нас опять же пошла игра на лонг. И здесь же уже Сяп попытался сыграть агрессивно на Киллана. Неймен Лос зачекал своего оппонента моментально. Со всех сторон просто хаешками закидывают Сяпа. Но тем не менее от всех хаешек уйти смог. И здесь же C5 на коннектор. Но посмотрим, как отыграет. Ой, пошли Аркадий. Троллс зря. Зря погибает. От Сяпа был размен. Ну и здесь же смещение на Б-плейн от Честера.
Посмотрим. Здесь только один Hidex God, почему-то даже на КТ близко никого нету. И Честера с плитом Silence могут сейчас выйти и Честера здесь просто перестрелять. Тем более, что у парня не двойные девайсы, не какие-то там не крисы, не уважки, а простой аук. И ему с трех сторон будет очень тяжело выживать. Ну вот да, еще и на Мэн Лос подтягивается, килла нашел, крайне неудобный минус. Ну все, Бэплэнд уже в окружении команды Powerful, и Тушкан с Жаосой остаются вдвоем. Ну один через шорт пойдет, второй через КТ, но там Киллан, а там еще Киллан со спины идет. Ну вот это проблема в любом случае, скорее всего 3-0 мы на табло с вами увидим. И Киллан сейчас должен фраг еще по Жаосе делать, да, Тушкан 1 в 4. Но посмотрим, как ворвется этот парень, есть пачка, неплохо, пошел далее на перестрелку, была информация по Киллану, пытался накинуть дамага, не удается, Честер здесь же выходит на перестрелку и ставит пачку, это 3-0, дорогие друзья, ну и мы продолжаем смотреть, как же будут отвечать сейчас игроки команды Dark Horse. Но если четвертый раунд отдают все-таки в актив своего соперника, то думаю, здесь на тактическую паузу мы с вами выйдем. Hidex God попытался сыграть на поджиме боковой, но сразу же зачекал здесь своего оппонента. Стреляться соло не решился, сместился назад под бомбсайт. А здесь от Джаос залетает хаешка под Киллана. Ну и раунд начинается с плюса для Dark Horse. Это впервые за 4 раунда, ну, возможно, это событие знаменует как раз-таки победу в этом раунде для команды Dark Horse, ну, посмотрим, пока. Элайджа идет у нас под коннектор, здесь у него Роуз в паре, ну, вот у Элайджа проблем по хелсбару имеется, ну, а здесь на миду стычка у нас Тушкан на Эда Сайленс, Тушкан обратно уходит под большие пески, и Жаос находит минус, дальше Hidex God находит фраг еще под бэплентом, ну вот, 5 в 2, и вроде как уже и Сяп находит минус на ланге, да, Сайленс 1, но его Тушкан здесь контролит, ну, Эда Сайленс находит, конечно, фраг, но еще четверых бы ему желательно закрыть, ну, все, по нему есть информация, Hidex God просто будет закрывать КТ спаун сейчас. Внимание, ключ, никнейм Silence, но Hidex God сидит себе, ждет спокойно, он не пикает своего оппонента, там еще и от Роуса аркада на мидл умеется. Пошел стреляться, но тем не менее Silence вытаскивает еще и этот фраг для своей команды, откидывает хаешку на коннектор, но там уже Джалоса его не пропускает, есть минусы, это все-таки 3-1, дорогие друзья. На данный момент команда Powerful смогли все-таки, команда Dark Horse смогли все-таки вырвать один раунд, но, тем не менее, Powerful в преимуществе. Надо отыгрывать еще как минимум двойку, а тут от Роуса аркада. Да, от Роуса аркада, ну давайте смотреть, чем она закончится. Он уже сейчас будет спину плавненько выходить игрокам на лангей, на Мэн Лос. Сразу же, ой, как по таймингу хорошо зачекал. Честер еще видел поджим на Hidex God и как раз таки его там перекрыл. Ну вот 3 в 5, и нужно быстро находить размен, но Киллан закрывает Сяба, который должен был закрыть длину. Ну вот от Джаоса-то есть размен, но 15 хп у него остается, и как-то здесь уже все плохо становится для Тушкана. 1 в 4, очень быстрый раунд, но он же быстрый был также с двух сторон, и от обороны был поджим, и атака, в принципе, быстро сориентировалась, как им надо действовать, и Киллан ставит точку в этом раунде. 4-1, ну вот начинаются проблемы, хотя мы вчера помним прекрасно матч Longway и Meteor Makers, когда у нас Longway вели 4-0 и проиграли в итоге встречу, там 10-5-10-6. Там вот примерно все так же было, поэтому камбэк вполне вероятен от команды Dark Horse. Ну вот сейчас как раз таки на это и посмотрим. А Честера, опять же, очень агрессивная игра была под позицией Бэплинта. Там же игра уже пошла через шорт. Hidex God опять же остается один, играет сейчас под секрет румом. У него есть информация по боковой, но тем не менее Честер особо не открывается на перестрелку. А здесь еще и хаешка залетает, отличная, 7 кп остается. Hidex God погибает, и Тушкан отправляется следом. Ай-яй-яй-яй-яй. Смещение пошло сейчас от Сяба, но Сяб здесь тоже рискует быть оштрафованным. Да, есть минус, здесь же его принимает Нейман Лос, Джаос, моментальный размен, и Роуз пошел через боковую, закрывает Киллана, отлично, 3 в 2. Ну вот если Роуз еще один минус найдет, тогда будет уже совсем все круто, но вот правда у Джаоса вот эти 16 хп ни к селу, ни к городу. Ну это Сайлент закрывает шарта, Элайджа у нас в секрет руме, ну и Роуз заходит в плент, закрывает одного. The Silence может еще и попробовать перестрелять, ну все, The Silence просто должен тянуть время вместе с Элайджа, но здесь таким хедшотом, в принципе, тоже можно точку в раунде поставить, это 5-1, и Dark Horse выходит на тактическую паузу, но как по мне, немножко поздновато, если честно. Но посмотрим. Да, конечно, отдали много раундов уже своему оппоненту, но тем не менее сейчас у этих ребят есть шанс все равно на то, чтобы попытаться хотя бы сделать минимум именно отставания от своего оппонента, да, то есть если смогут до 5-4 довести, тоже будет неплохо для команды Dark Horse. Но пока что это 5-1, доминация продолжается за командой Powerful, эти парни не прощают, ну и...
Продолжаем. Продолжаем смотреть. Так, ну поехали. Тут Нейман Лос предположил, что сейчас 100% будут поджимы от обороны. Ну, как мы видели, поджимы не всегда приносят свои дивиденды, как хотелось бы команде Dark Horse. И с этими поджимами довольно легко справлялись ребята из команды Powerful. Ну, посмотрим, может в этот раз что-то будет иначе. Но вот счет на табло 5-1, это прям уже такой слишком большой отрыв. Но... А дальше, если 6-1, то прям вообще беда. Там Dark Horse уже, в принципе, пытались сделать подобные раунды именно с этими аркадами. Так что, я думаю, Powerful будут к этому готовы. Но вот как мы сейчас видим, как раз-таки пожим только на позиции шарта прошел от Роуса. А нет, там еще и Hit X-God пошел под боковую. Но насколько это будет удачным, неизвестно. Пока что остается. Так, все, есть по нему информация у Silence. Откидывает неплохую хаешку. Следом вторая пошла. Но эти хаешки не наносят вообще никакого урона. А там у Сяба на ланге сейчас будут проблемы. Отлично, есть минус по тушкам. Ну, смещение на коннектора. И Честер выходит через лонг. Есть минус. Честер погибнет или нет? Нет, он не погибает. Халпа пришла с коннектора, а флейнт провалился. Смотреть дальше. Роуз вместе с Hidden Godом 2 в 4. Ну вот, The Silence как-то закрыть было бы вообще неплохо. Но вот Silence очень много драгоценного времени выиграет сейчас для команды. Он и Роуза стянул, и Hidden God заставил уйти через лонг. Как раз к этой позиции будет читаться. Ну, The Silence, конечно, красавчик. Ничего здесь не скажешь. Hit X-God попытается найти сейчас минус по Киллану. Но Киллан здесь по ХП в преимуществе. Но он, кстати, ни одному разу не попал по Hit X-God. Ну, 3 в 2. Времени все меньше и меньше остается. Роузу пора уже выходить вместе с Hit X-God'ом. Но здесь Нейман Лос на ланге. Ну, и также еще на песках The Silence, который ставит точку в этом раунде. И это 6-1. Продолжается этот матч под диктовку команды Powerful. Но два раунда остается до окончания первой половины. Самое главное нам с вами 8-1 здесь не увидеть. Но, может быть, 6-3 еще смогут вернуться игроки. Но вот Роуз пошел на аркаду мида, по нему информации 0. Он сейчас очень хорошо может выйти за спину. Да, есть у него информация по Честеру. Пошел дамаг, находит только один фраг. Второй хорош, но до третьего не добежал. Роуз погибает, но, тем не менее, задел для своих тиммейтов на раунд. Сделал довольно неплохой. От Киллана смешивается. Смещение на мидл. Ой, Тушкан погибает. Ну и Киллан... Прошу прощения, это был Элайджо. Киллан играл на лонг. От Киллана фраг. Второй. Я погибает. О, боже мой. Ну здесь опять же, видишь, именно индивидуальные действия каких-то игроков, да, во многом предрешают судьбу следующего или там, или нынешнего раунда. И Киллан здесь просто в соло этот мув сделал, да. Два фрага. Ну, не знаю. Как-то здесь, скорее всего, на личном скилле немножко проигрывает команда Dark Horse. Ну, Hit X-God. Посмотрим. 1 в 2. И килл он делает третий минус еще в этой ситуации. Ну, как-то совсем все плохо. Это 7-1. И последний раунд первой половины. Но стоит ли говорить о камбэке? Ну, возможно, да. Если возьмут второй раунд команда Dark Horse и будет счет 7-2, тогда еще как-то можно поговорить. Но 8-1, как по мне, это прям уже нокдаун. Ну что, поехали смотреть. Сяб тем временем опять играет под позициями коннектора. Роуз на аркаде находится шарта. Есть информация о том, что боковая сейчас очень сильно напрягается. Hit X-God здесь пытается еще выжить. Но хорошо пытался развести, только вот на Честера внимания не обратил. Попытался зайти за спину, получил сразу же дамага. Роуз ставит неплохую пачку по Сайленсу. Но тем временем Тушкан еще находится по-прежнему в районе Аплинта. Он погибает, и Роуз остался один. Внимание, ключник, нейм Роуз. Ну что, Роузыч, сейчас или никогда, попытка клатча. 1 в 4, но здесь его прекрасно найдет. Здесь и на нож его уже хочет взять Нейман Лос, но... Там Киллан немножко подстилил Киллу, и в итоге за два раунда Киллан оформил 6 фрагов. Ну, красавчики, красавчики, Powerful, добавить нечего. 8-1 первая половина, и, наверное, здесь только вот стоит вставить реплику из игры Mortal Kombat, Finish Him, ну и можно переходить ко второй карте. Напомню, что вторая карта у нас будет деловой центр. Ну, надеюсь, что на ДЦ у Dark Horse дела будут получше. Да, у нас еще не закончилась эта карта, но, откровенно говоря, именно по настроению какому-то всеобщему, по стрельбе, видно, что все-таки команда Powerful сейчас выглядит немножко посильнее. Может быть, локация их, может быть, это их пик действительно. Ну, поехали.
Поехали наблюдать, дорогие друзья. У вас мог быть пролак. У меня выскочила табличка с этим, с break, continuum и так далее. В общем, была небольшая ошибка, но вроде как я в деле, и трансляция продолжается. Поехали смотреть далее. Роуз тем временем находится как раз-таки на позициях коннектора. Элайджу готов принимать здесь своего энеми. Киллан будет играть тем временем через пески. Откидываются хаишки под мидл. Ай, какая хорошая хаишка под Роуза, но Роуз был вынужден атаковать как раз-таки мид. И здесь Киллан не справился. Хотя хаешка была у него именно, я думаю, с такой задумкой, чтобы выманить своего оппонента. Но далее от Честера был моментальный размен, Роуз погиб, Джалос играет очень агрессивно на ланге, Атяба был минус по Честеру. Нейман Лос размен, у Нейман Лос очень большие проблемы с Хелсбаром, он один на Б-плейнту, но здесь пошло смещение от Элайджа, и он находит фраг по Тушкану. Да, и Хидекс Году теперь непонятно, как ему действовать, заходить все-таки на этот Б-плент или же все-таки подождать Джаосу, ну, не знаю. Хидекс Год сидит по-прежнему, не палец. Но вот Элайджа может допустить ошибку, если просто пойдет перепрыгивать через окно и пикать. То... А это зря, друг, спалился. Это прям вообще зря, тем более, что твой тиммейт был абсолютно даже не близко к этой позиции. 24 хп у Жаоса. Ну и здесь уже Элайджа ждет на мосту своего оппонента. И Жаоса здесь должен погибать. Да, так и есть. Это 9-й ранг в копилке пауэрфулов и... Миссия пока провалена. Филигранная игра в исполнении этой команды. Добавить больше нечего. Ну вот, попытались Dark Horse, да, навязать сразу же игру на смене. Старом где-то что-то начало получилось, но вот закрепиться именно вот в центральной стадии раунда как-то вот не совсем получается скоординировать свои силы. Энтри фраг от Элайджа, себя про размен, Сайленс также минус гранат. Выход-то под аплент есть, но там килл на один, и он погибает. Это уже 3 в 3. Но по хелсбару прекрасно видно, какие проблемы у Dark Horse. И там еще и Элайджа в спину выходит. Ну, это минус Жаос. Нет, Жаос живет, Жаос сейчас еще и фраг сделает. Да. Да, хорош, хорошо додавил. Но Честер тем временем смещается также на коннектор. У него есть информация по Жаоса. Пошел дамаг, 20 хп остается. Нейман Лос открывается на мидл, перестреливает здесь же Сяба. У него есть информация, что очень битый Жаоса находится в районе бомбсайта. 20 хп, но тут Жаоса прям байтит на себя откровенно. Но Нейман Лос все-таки пошел на перестрелку, нашел минус. И Хидекс Год на всех парах несется в Б-плейнт. Будет ставить фугас. Нейман Лос прекрасно понимает то, что соперник сейчас больше стягивал внимание. Ну и плейнт был установлен. Нейман Лос уже находится под боковой. У Хидекс Год по своему оппоненту информации 0. Но я думаю, должен будет услышать сейчас. Да, слышал. Ну вот да, с 12 хп здесь, по сути, у Хидекс Года просто нет даже малейшего какого-то, наверное, вероятного шанса здесь не попасть первой тычкой, сразу же Нейман Лос будет играть на размене. А Нейман Лос, о, как же они близко находятся друг к другу. Но здесь Нейман сейчас его зачекает, Нейман, и это 10-1 на первой карте, Powerful просто выносит своего соперника вперед ногами. Вау, это было сильно.